Значит, сегодня мне принесли топор, топорище, чтобы я насадил. Ну, я благополучно насадил. А потом здорово пожалел, что не снял это на видео. Казалось бы, что тут снимать? Что тут сложного? Топор посадить на топорище. Топорище на топор, топор на топорище. Ну, какая разница? Смысл один и тот же. Но дело в том, что есть один хитрая штука, или, как говорят, нюанс. Когда-нибудь, когда вы будете насаживать топор на топорище, вы обратите внимание, что с одной стороны топор, сама вот эта ниша, ширше, скажем так, визуально даже, чем с обратной стороны. А с обратной стороны, скажем, вот здесь, ниша ущая, вот, ну, отверстие ущи. Почему-то все, большинство людей насаживает ущий, ширшей частью топорища, ну, вот сюда, на топор. И получается, вот здесь у нас уже ущая часть топора. Он получается здесь. А потом удивляется, почему у них топор слетает и не плотно прилегает. Казалось бы, он насадился, ну, как наперсток на палец. Вот, знаете, вот так вот наперсток на палец посядет, а потом рукой вот так тряхни, слетит. А почему? Да потому что он насажен как на конус. И конус на вылет идет. А топор нужно насаживать именно так, ущей частью, где вот ущие отверстия, нужно на топорище набивать. А ширшая часть отверстия, чтобы топорище было вот сюда, наружу. Вы скажете, это нонсенс. А я вам сейчас объясню, почему. Вот смотрите, здесь у нас с этой стороны шире, отверстие пошире. Вот так вот. Казалось бы, где логики нету. А вот здесь, а нет, вот здесь самая натуральная логика. То есть, если мы вот таким способом топор набили, тут получается у нас типа расхлябанность. Но мы же еще забиваем железный клин. Понимаете, вот сюда забивается железный или деревянный клин. И топор, вот эта часть деревянная, она расходится в разные стороны, так раз, разошлась. И этим самым делается типа как замок. То есть сюда она не пойдет, топор уже сюда не сядет, потому что здесь притык. Тут подогнано под узку, то есть сюда набили узку. А сюда забиваем клин. И клин расклинивает вот эту деревянные части топорища, и они расходятся. И так получается, что она сидит мертво. Вот что я вам хотел сказать. Может, конечно, кто-то будет и смеяться, и кто-то со мной поспорит. Но вот вы не спорьте, а просто попробуйте. Обратите внимание, где у топора ширше отверстие, а где уже. Вот так, ширшим отверстием наружу, вот сюда. А ущим на топор. И вот меня потом вспомните, что оно теперь будет сидеть и никуда не денется. Именно так. Всем спасибо, всем пока.